Как Робби Вильямс выступал в Москве? Я вел концерт для олигарха. И выступали разные люди. Приезжает Робби Вильямс. Я впервые видел чемодан. Потому что я его относил, думал, сбежал бы я с ним нахуй. Чемодан. Я видел чемодан. Не дипломат, а чемодан, набитый, как в кино, дензнаками. И говорит, ты там полуанглийский. Выйдите, потому что босс ждет 4 песни. И все, вы свободны. За 4 песни. Ёпта, я там с сентября по декабрь выступал, блядь. За 5000 рублей. Выходит Робби Вильямс. Блядь, это пиздец. Первая же песня «Миллениум», и он начинает дергаться, как он дергается во всех клипах. И, блядь, встает Тельман и Смейн и говорит, что это за хуйня, блядь? Что это за хуйня, блядь? Атар, иди сюда, нахуй! Убери его нахуй отсюда! Это Робби, мать вашу, Уильямс, блядь! Он говорит, нахуй мне нужно, какой-то пидорас стоит здесь, блядь! Выгоняет Робби Уильямса и говорит, быстро дайте нормального артиста. На сцене появился Михаил Шафутинский. Блядь. Он говорит, вот, Атар, вот это мировой уровень, блядь. Мировой уровень, 3 сентября, нахуй.